Здравствуйте! И в этом видео я расскажу вам об одном виде иглорефлексотерапии, о котором вообще довольно мало знают пациенты. Обычно, кто сталкивался с иглорефлексотерапией, видели вот такие вот иголки. Вот такие вот. Они такие длинненькие, в одноразовых упаковках. На мне фокусируются, да, но тем не менее. Вот такие вот они. Вот такие. Они бывают разной длины, на самом деле, и по 5 сантиметров они бывают, и по 3, и по 2, и так далее. Но, как правило, такие длинненькие. Я о таких иглах делал уже, значит, обзор, рассказывал, как они ставятся, какие обычно вопросы задают, больно ли это или не больно. Вы это можете найти у меня на каналах и во всех социальных сетях, которые называются «Доктор Шилов». Потому что там всегда бывают репосты всех материалов, которые я делаю. А так на канале на YouTube «Доктор Шилов» вы можете это найти. Но это не единственные иглы, вообще их разновидностей много. Я расскажу сегодня об иглах для так называемого постоянного ношения или для долгого ношения. Или это кнопочные, значит, иглы называются. Ставятся они, как правило, чаще всего на область лица, головы, на уши, на затылок. Но могут ставиться и на другие части тела, там, где они не помешают, собственно говоря, движению, и можно их применять, если это целесообразно. Чаще всего на крупные мышцы, на спину, на бедра, над суставами крупными ставить их нужды особой нет. Вот. А когда их это применяют? Вот самое эффективное поле воздействия для таких игл – это как раз именно непосредственно рефлекс-терапия, которая позволяет устранить проблемы, связанные с головными болями самого разного генеза, но проявляющиеся как мигрени, как спазмы, головные боли, напряжения. Ну, а также еще это при лицевых различных тиках бывает, когда дергается глаз, там, да, дергается угол рта, щека. Вот такие иглы очень хорошо работают. Хочу сказать по опыту, по своему, метод очень эффективный, то есть практически. Бывает такое, что поставив иглу, мы тут же получаем эффект. Прямо на конце, что называется, иглы, как при инъекции в вену. Здесь тоже ставим иглу, и очень часто мигренозная боль может отступить очень быстро. Бывает такое, что ко мне приходит на прием пациент, пока я с ним работаю со спиной, шеей. Он предварительно пришел, пожаловался, у меня там типа головная боль, сегодня был тяжелый день, я ставлю эти иглы, и пока мы работаем сеанс, все уже там и проходит. Эти иглы цены еще тем, да, я говорю, они же для постоянного или длительного ношения, что их можно носить не один день даже. Можно принимать даже с ними душ, только не надо тереться мочалкой. Потому что иглы эти на пластыре, я сейчас покажу, как они выглядят. Вот. Главное про них не забыть, что они есть. Это абсолютно безопасно, они в теле не останутся, смоются вместе с пластырем, или их отклеить можно в любой абсолютно момент. Это такая маленькая, тоненькая металлическая заноза на пластыре. Но заноза с ушком, конечно, поэтому в тело она никуда не провалится. Вот это важный момент. То есть очень хорошо ставить их, предположим, вот пришел человек на сеанс вечером, он может оставить их до утра. А если это выходные, и на выходные. А бывали случаи, когда ставили прямо на несколько дней, и пациент носил иглы почти неделю. Сделаны таким образом, что если при постановке на лицо их делать, да, или на голову, то либо на границе с волосистой частью головы, их вообще не видно из-за волос. Можно поставить их с волосистую часть головы, но там есть сложности, про них рассказывать я не буду, там отклеиваться могут они, поэтому ставить нужно специальным образом. Вот. А если ставить их на лицо, например, да, то они легко закрываются тоналкой. Их не видно. В уши, за уши. Ну, точки разные бывают. Ну, а давайте я покажу, как иголки эти выглядят. Ну, вот коробочка такая. Никакой рекламы я показывать не буду. Никто производитель, ничего. Важна как бы суть. Надеюсь, что тут ничего не видно. Ну, написано. И микроиглы кнопочные на пластыре. 0,2 на 1,5 мм. 10 штук. Ну да, тут написано, кто производитель, поэтому я показывать этого не буду.
Покажу вам только вот с этой стороны не выглядит. Вот, кстати, видно, что это пластырь. Вот там за блистером розовый пластырь. И видны, просвечивают так называемые ушки. Ушки похожи на ушки шведской булавки. Только у шведской булавки вот так вот ушко, и из него торчит вот ровно вот так игла. Ну вот так вот она выглядит, да, шведская булавка, вот, вот так. А здесь получается, что мы взяли и согнули напополам, и ушко торчит в сторону. Вот оно нужно, чтобы не провалилась никуда иголка. Вот. Внутри находится вот такая тема. Вот, теперь уже ничего не видно, ни надписи, ничего. Вот. Блистер. И 10 штучек иголок. Сейчас я покажу вам, как иголка выглядит сама, если получится показать это на камеру, потому что она практически микроскопическая. Вот я отклеиваю пластырь. Пластырь отклеиваю. И вот на пластыре игла. Ох, не знаю, видно ли ее. Сейчас попробуем на белом на чем-нибудь показать. Может быть, будет видно. Вот такая заноза небольшая. На мне фокусируется, поэтому не увидит. Ну, в общем, она, короче, микроскопическая. Вот такую вот иголочку мы ставим. На коже ее практически не видно. Можно подстричь, чтобы квадратик был еще меньше. Чтобы было практически, он закрывал только ушко. И тогда, я говорю, спокойно закрывается тональным кремом и все. Ну или просто вот у мужчин вообще проблем нет. Мужчины после бритья могут как бумажку наклеить и ходить целый день, забыв об этом. Здесь-то бумажка вообще не видна. Она телесного цвета. Ну вот, как я сказал, уже помогает хорошо при мигренях, при спастических болях, при головных болях напряжения, при головных болях, ну я назвал как бы, как выглядят эти боли. А чем они провоцироваться могут, это разные причины. Это пониженное давление, высокое давление. Ну, головная боль с напряжением, это понятно, связано с напряжением длительным затылочных мышц. Ну и при тиках. Вот это вот чаще всего то, что касается головы и лица. Так что вот я познакомил вас еще с одной разновидностью. А, вот еще я могу сказать вам, где это применяется. Такие иглы еще носят, например, при болях, которые вызваны с такими проблемами, как там, вальгусный палец, например. Вот там иглы ставятся артикулярно. И вот это раздражение иглы при ношении обуви, оно убирает частично, не частично, а прям полностью иногда боль от вальгусного пальца, когда болит непосредственно сустав. Вот. На мелких суставах кисти это работает. Хорошо это помогает, например, при локте теннисиста или при локте гольфиста, когда мы практически ставим это на место прикрепления сухожилий. В общем, применений много. Игла не глубоко ставится, то есть она мизерная, сколько там написано? 0,2 мм, а длиной 1,5 мм всего. Поэтому, когда вопрос задают такой, а я ее что, буду чувствовать постоянно? Нет, вы ее не просто не будете чувствовать, вы как раз не забыть бы, что она у вас есть. То есть вы ее можете почувствовать, если вы надавите на нее непосредственно, где она наклеена. Вот. А так о ней можно совершенно забыть. Когда их ставят за уши, например, там, да, на затылок, то можно об этом забыть очень даже запросто. Или на палец там ставят, когда на ноге. Так что это не больно. Чувствуется только при соприкосновении, при контакте. И то легонечко-легонечко вообще. Ну все, давайте на этом я закончу этот выпуск. Увидимся в следующих видео. Обязательно подписывайтесь на мой сайт drshilov.com. Ну и, соответственно, во всех социальных сетях у меня есть доктор Шилов. Группы везде. И раньше в тех, которые сейчас как бы запрещены, там признаны всякими там экстремистскими. Это я записываю видео на момент апреля. Апрель, какое у нас сегодня число? 16 число. Так и во всех наших отечественных. Ну и в Телеграме в том числе. И на Ютубе, который пока не закрыт, тоже есть канал, который называется Доктор Шилов. Все, всем пока.